Островок позитива и радости. В Кирове весной появится новый арт-объект «Восторг». Это будет конструкция в виде рук, которая держит ребенка. С инициативой выступила группа из 20 кировчан. Символизирует композиция радость, любовь и открытость к миру. И, по словам авторов проекта, арт-объект объединит поколение. Ведь взрослый человек дает начало новой жизни, а малыш доверяет ему. Конструкция будет подсвечиваться изнутри. В высоту она будет человеческий рост, чтобы люди смогли пройти под ней и сфотографироваться. Установят арт-объект в исторической части города, в сквере на перекрестке улиц Ленина и Горбачева. Рядом со скульптурой поставят новые скамейки и проложат цветные дорожки. Стоимость проекта 510 тысяч рублей. Посодействовать в появлении арт-объекта может любой желающий. Технология, повторюсь, металлопластика. Это толстые пруты, сваренные между собой по определенной технологии. Тело ребенка, оно будет сделано из силового металлического каркаса и обшито тоже сталью с определенными элементами декорирования. Это патина и еще какие-то элементы художественной обработки металла.